Мы взяли Гарика Сукачева, а я Милова узнаю по походке. Вырастаем уже со стаканом. Абсолютно анфас, знаете, как фреска. Да. Фреска. И как бы с залом. Фу. И в три глотка. Буль, буль, буль. В таком мы тоже еще не танцевали ключей в жанре. И я буду мальчиком, мы будем два пацанчики. Я буду мальчиком. Два мужских образа будет. Знаешь, прошу только тебе, Ром, сделайте эту поддержку. Это вращалка, потому что мы ее теоретически делаем постоянно. Сделайте ее практически. Практически хочу уже что-нибудь в этой жизни. Раду Поклетару нам поставил номер. Мне очень нравится, потому что он, скажем, мыслит по-другому. Он должен быть такой вот крыктеночек маленький, да, Наташкин? У меня был опыт в Большом театре, в балете «Светлый ручей», где я исполняла роль мальчика в балете, да, у меня опыт есть. Но у меня там был приличный очень мальчик, очень приличный, такой аккуратный, из колхоза, а здесь у меня не очень приличный мальчик. Давай. Боишься? Пошла она. Ну, а почему нет? Можно же тоже посмеяться над собой иногда, так серьезно к себе относиться. Зачем? Я такого не ожидал. Это какая-то шпана, хулиганы на сцене Михайловского театра. Задорно, весело. А как вам понравилась воображаемая партнерша? Невероятная находка. Ну и, конечно, я все больше и больше восхищаюсь Натальей Осиповой. Ей удаются любые образы, а этот, по-моему, любимый. Всегда трудно быть первым, потому что от того, какие оценки будут у первых, многое зависит в дальнейшем. Потому что первые берут на себя большую такую нагрузку в этом смысле, но посмотрим, что получилось. И нам немножко боязно, на самом деле, настолько нам по сердцу пришелся ваш номер, что мы за вас очень болеем, ребята. Итак, техника. 10, 10, 10, 10. И оценки за выразительность. 10, 10, 10, 10. 80 из 80. Браво.
Браво! Браво! Татьяна Навка, вот что скажете вы? Я вижу по реакции ребят, что до последнего они не верили в свой успех. Да, Ром? С опаской так ждали оценок. Но у вас были такие лукавые лица. Ну, на то мы и жюри такое. Я несколько раз пыталась взять эту музыку, и мне никак не складывалось. Я рада, что именно Роман ее с Наташей сегодня сделали. Действительно, очень нестандартно, много интересных находок. Мне понравилось. Ребят, поздравляю. Я хотел спросить Владимира Викторовича, вы вот милого по походке узнаете, нет? Вот такого милого, да. Вот. Могу, да, Владимир Владимирович. Даже очень надо. Да. Мне понравилось все. Раду нас всегда ведь поражает неожиданностью. Я милого узнаю по походке, вдруг выходят такие странные существа, два таких хулигана. Они сразу берут, притягивают к себе внимание. И мы смотрим, что же получится из этого дальше. И вот единственная у меня претензия, дорогой Раду, весь номер чуть-чуть одинаковый. То есть походка одинаковая. То я па-па-па-па-па-па-па-па-па. К этому привыкаешь. А если бы она потом была разбита и на гораздо быстрее, оживленнее как-то все это было, то, в общем, это было бы тогда просто убойный совершенно номер. Вы его сделали прекрасно. Поэтому мои претензии сейчас пока к Раду. Никогда я ему не делал никаких замечаний. Вот сейчас посмотрел, смотрю, да, наверное, надо это сделать. Но меня поражает совершенно эта работоспособность. Поражает работоспособность вас, ребят. Это же невероятно. Каждый раз проходит неделя, вы нам опять новое. Это правда. Вы нам опять правда. Открываете что-то новое. Это невозможно. Я думаю, Господи, что бы со мной было на протяжении такого периода, и все время вы поставляете нам и удивляете нас. Новые, совершенно новые интонации. И раскрываете новые образы. Вот честь вам и слава. Вы же герои этого проекта. Спасибо большое. Кайфово. Прикольно. Ну, даже не могу сказать, что необычно, наоборот, очень понравилось, правда. Быть пацаненком? Быть пацаненком и так от души как бы стебаться над этим всем мне очень понравилось. Но я милого, вот она, ее по-походски.